Итак, мы смотрим обзор моей квартиры 2015. Самые интересные ее элементы. Здесь у меня бабочки. 3 штуки осталось, остальные поотваливались магнитики. Здесь ваза, которую мне подарили. Статуэтка очень-очень старая, фарфоровая. Это подаренный недавно мне ангел. Иссохшие, не хотящие жить цветы, к сожалению. Здесь находятся у нас хотящие жить цветы. Они находятся на журнальном столике, на котором внизу я поставила книги. Здесь находятся 2 одинаковых кресла, вот так и вот так, с подушками. Здесь у нас расположены 3 секции. Они идут подряд, стоят и заполняют всю стенку дома. Вверху у меня стоит большое количество цветов. Здесь сами понимаете, что должно быть. Здесь лежит одежда, здесь книжки, там одежда. В середине находится то же самое. Сначала шуфляды, в которых у меня расположены разные блокнотики и нужные документы. Потом вот так. Вот они интересно рассматривать, в принципе. Ну, а там ничего особенного нет. Стекла убрать. Например, очень красивые мне нравятся свечки. Я очень люблю все из соломы сплетенное. Обожаю вот такие вот декорированные вещи. Обожаю просто. С ума схожу от их. Вот очень красиво, на мой взгляд. Вот это очень красиво. В моем понимании вот эта штука очень красивая. Яйца эти декорированные. Вот очень красивая ваза. Со второй стороны, ну, мне больше всего нравится, вот старые запонки разные сохранились. Мне нравится вот это вот. Ну, и больше не знаю. Здесь это монеты старые, там вот тут вот у меня держится старая монета. Кода. Вот это какой-то камень, я не помню, какой-то полудрагоценный, наверное. Вот это вот моя любимая миска, потому что я нашла вот это перо ястреба, вот это очень большое перо петуха, большое количество морских ракушек и разных других. Часы такие чуть-чуть старинные. В общем, я так себе сделала для декора. Эффектно. И смотрим еще одну. Вот значки расположены разные. Большие, красивые. Угу. Вот эту медаль нужно мне вручить. Шутка. И вот любимая миска, только кварц распадается. Тут разные камни. Такие вот эффектные. Мои очень-очень старые, ну, не совсем из детства, из школьного времени. Бусы. Кажется, нам даже одноклассники дарили на 8 марта их. Закончили смотреть зал и зашли в лоджию. Здесь, конечно, не все сделано еще. На столе оставили хорошую посуду для декора. Вот так вот стоит. Ну, там, конечно, на диване надо убирать. Ждем весны, чтобы доделать все. То холодно. Вот это вот у нас висит для декора. Они не работают, электричества тут нету. Просто 3 штуки. Это мои 2 книжные 2 шкафа. А здесь я себе устраиваю для поделок. Наверху шкафов будут стоять разные мои поделки. Пока их мало, но будет много. Это женское счастье зацвело. Я его вовремя полила и решил зацвести. А также бегонья у меня цветет. Вот как. Классненько как-то. А вот. Бегонья еще. Я не заметила, что еще одна бегонья зацвела. Класс. У меня почему-то калы вообще не проживаются. Что-то им не нравится. Вот это оксалис. Вот нормально обычно себя чувствует всегда. Настроение алоэ. Большое количество
Большое количество алоэ разрослось, но я некоторые перелила, и они сгнили, к сожалению. Вот этот здоровый, чувствую, тоже скоро откинется. Здесь, видимо, горшок маленький не нравится, так думаю. Не поняла, чего это так листик загнулся. Мы повесили от старого календаря лошадей. Здесь со второй стороны большой ковер расположен. Мы находимся в прихожей. В ней расположена книжная этажерка. Зеркало там есть. Там у нас лежат лекарства, тумбочки, всякие вещи хорошие, полезные. Здесь висят тапки для гостей с одной. И сами носим игрушки. Так, здесь разные красивые вещи для красоты находятся. И для пользы, кстати, тоже некоторые. Вот это мои всякие поделки. Там сверху ничего нет, высоковато, однако. Ну, больше ничего особенного нет. Здесь просто одежда и обувь ставится. Ставится обувь, да. Вот это интересный элемент моего дома – рога. К сожалению, их трудно увидеть. Вот. Сами сделали, приделали смолой лосиный рог. 3 штуки. На них я повесила свои шарфики и шапки. Видите, не зря. Красивая вещь, только не видно. В этой комнате вам могу показать только наличие у меня трележа со всякими красивыми моими штуками. А их у меня очень. Очень большое количество этих штук. Это доска, чтобы гладить одежду, принтер. Это мы заслали телевизор и монитор зеленой тряпкой. Даже 2 надо одну брать. Ну и сверху могу показать на шкафе разные мои поделки. Там гармошка просто так стоит. Ну, вот здесь, в этой корзине связанной. И с макраме как бы нитки разные лежат. Это сделана шкатулка с открытых здесь. Резинки большие для волос. Шкаф хороший, здесь есть зеркало. Здесь одежда. Здесь мы самую хорошую одежду вешаем. Здесь у нас стоит музыкальный центр.